Нанесите на цевье крючка немного суперклея. Затем на это место намотайте свинцовую проволоку. Закрепите монтажную нить на крючке и обмотайте ей свинцовую намотку. Для изготовления сегментации в конце цевья закрепите нить PowerSilk. Для изготовления тела мушки нанесите на нить немного даббинга. Намотайте даббинговую нить на цевье, сначала по направлению к загибу крючка, затем обратно. Для изготовления точки прицеливания нанесите на нить ярко-розовый даббинг. И затем намотайте даббинговую нить рядом с телом мушки. Для изготовления грудки нанесите на нить даббинг, взятый с ушей маски зайца. Затем намотайте даббинговую нить между точкой прицеливания и колечком. Для изготовления спинки около колечка закрепите отрезок пленки Rubber Skin шириной примерно 4-5 мм. Затем отрежьте торчащую вперед ненужную часть пленки. Сделайте нитью узел. И отрежьте ее. Теперь необходимо немного натянуть пленку и расположить ее строго сверху цевья. Затем закрепите ее на цевье несколькими оборотами нити PowerSilk. Для изготовления сегментации намотайте нить PowerSilk на тело мушки в сторону колечка. Обороты нити должны быть очень тугими, чтобы она врезалась в спинку. По окончании намотки сделайте нитью завершающий узел.
и отрежьте ее. Отрежьте также ненужную часть пленки, торчащую назад. Теперь необходимо расчесать элементы мушки. После этого с помощью водостойких маркеров придайте спинке более реалистичный вид. Все, мушка готова.